На 9 каналі програма «Актуальне інтерв'ю». Вітаю вас. Мій сьогоднішній гість – професор, доктор медичних наук Володимир Павлов. І також він керівник експертної групи з контролю протиепідемічними заходами при облдержадміністрації та обласній раді. Говоримо про коронавірус, медпрацівників та, звісно, політику. Володимир Олексійович, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, я теж. Ви знана людина не лише в медичному колі, але все ж таки сьогодні пропоную саме говорити більш про проблеми, які, з якими стикаються медпрацівники. І перша проблема, і головна проблема 2020 року – це пандемія. Отже, в умовах пандемії медпрацівники на карантин не йдуть, вони й далі працюють, це ми розуміємо. Що зроблено для того, щоб подолати інфекцію, оскільки ви є представником тої експертної групи, яка зараз працює при ОДА? Ну, в цілому в государстві і в нашій області предприняті, з моєї точки зрення, абсолютно радикальні і оправдані шаги. Ми виділили 18 больниць опорних, це 3 тисячі коек для розвертування необхідних для госпіталізації пацієнтів в случае розвертування великої пандемії. Однако сегодня обходится малым. В основном у нас пациенты госпитализируются в инфекционные стационары и переводятся с серьезными тяжкими соматическими осложнениями, такие как областная клиническая больница и другие по показаниям. Пандемия очень серьезная. Я могу сопоставить с тем, что происходило в 2009-2010 году, когда был свиной грипп H1N1. По количеству пневмоний атипичных это сопоставимо, но по количеству летальности, по массовости охвата населения, конечно же, это, тот грипп уступает тому, что происходит сегодня. К сожалению, в глобальном плане сегодня пандемия расширяется. Ну, за счет американских стран, Северной и Южной Америки, стран Южной Азии. Ну, и нам расслабляться нельзя, потому что вот уже в этом, за эти сутки 680 с лишним случаев выявлено. Ну, тобто, маємо тенденцію до збільшування. Не може так статися, що карантин знову... ну, скажем так, в жесткие рамки будет загнан. Дело в том, что нужно очень гибко относиться к этому. Когда позволяет обстановка, конечно же, вот те меры, они совершенно оправданы. Но при одном условии. Если население будет выполнять рекомендации социальной дистанции, ношения масок в общественно опасных местах, в общественных местах и так далее, и так далее. Значит, общественный транспорт и прочее. 21-ша лікарня, вона одна з перших розпочала приймати таких хворих на теренах Дніпропетровщини, і саме ці медики опинилися в епіцентрі, ну, скажімо так, певної критики, скандалу, хтось підтримує, хто не... Ваше ставлення до всього того, що відбувається з лікарями 21-ї лікарні? Дякую за вопрос. Больниця виконує колосально важливу соціально значимую роботу. По госпитализации она приняла в Днепропетровске основной удар на себя. И по количеству пациентов пролеченных, излеченных, и тех, которые сейчас там находятся на аппаратах искусственного дыхания с подключением газогенераторов и так далее. Конечно же, перед медицинскими работниками нужно встать на колени. Это настоящие герои, и их чтут сегодня во всем мире аплодисментами, добрыми словами, добрым отношением. К сожалению, действительно, медицинским работникам пришлось принять этот удар на себя, по-другому не скажешь. Ни одна больница, да и в мире, наверное, не была подготовлена к этой инфекции. Потому что очень много требований нужно. И шлюзование палат, и вентиляция с поддувом так, чтобы положительное давление было в палате, и воздух выходил, а не входил, не подсасывался в палату. И многое другое. Значит, и впервые для нас многих в таком массовом масштабе надо было на ходу обучаться носить защитные средства, одежда, маски, очки и прочее. Поэтому, конечно же, сбои. И не случайно 20% сегодня от заболевших
в Украине. Это заболели медицинские работники. И довольно высокая летальность среди них тоже. Поэтому, конечно же, среди медицинских работников я понимаю и разделяю абсолютно их чувства. Протестное состояние очень высокое. Значит, и в отношении финансирования, и в отношении качества защитной одежды, и в отношении зданий, сооружений, помещений. Не хватает медицинских работников и многое другое. Вместе с тем, нельзя, чтобы сегодня эти протестные настроения использовали различные партии в узкопартийных своих целях. Это нечестно, неправильно, негуманно по отношению к этим святым людям. Мне представляется, что все там, ситуация, на мой взгляд, значительно проще. Любой главный врач, или как теперь это директор, уже не главный врач, директор, и он может быть даже не медицинским работником, и он не имеет, если он директор и без медицинского образования, он не имеет права идти в зараженную зону и так далее. Поэтому каждый директор должен знать, что любое денежное платежное поручение обязательно проверится. Это аксиома. И в течение 3 лет эту бумагу проверяют многократно и многоуровнево. Десятки инстанций. Абсолютно разные. Я 25 лет проработал в областной больнице Мечникова главным врачом. И до этого работал в областном учреждении 14 лет в другом. Я вам скажу, что на моей памяти столько было комиссий, столько было проверок. Ведомственные, правоохранительные и так далее, профессиональные, подписывая платежку, каждый знает, что это будет проверено, и тебе нужно на нее ответить. Если есть ответ на этот вопрос, то это ничего не составляет. Пришли к главному бухгалтеру, пригласили главного врача, значит, он объяснил ситуацию письменно или устно и ушел заниматься своими делами. Я не вижу никакой проблемы. Не сегодня. Давайте отложим. Ну, через месяц, через 2, через 3. Ну, это так во всей стране. Это и не только в нашей стране. Это везде так. Это бюджетные деньги. Это бюджетные платежные поручения. Они все проверяемые. Начиная с казначейства. Мы же не в банке проплачиваем. Мы в казначействе. Там начинают проверять. На ваш погляд, чому сьогодні в Україні так багато партій хочуть розіграти саме медичну карту, скажімо так? Потому что человечество столкнулось в огромных масштабах с такой пандемией, которая в ближайшее историческое прошлое мы даже припомнить не можем. Да, в 70-м году была холера, были там испанки, были там гриппы, разные А, Б, С, значит, но этиология, но такого никогда не было. С такой токсичностью, такой вирулентностью, такой контагиозностью, с такой быстротой распространяющейся по континентам, условия глобализации, конечно, этого не было. И в этом плане, когда медицинские работники на переднем фронте, они становятся социально значимыми в обществе, ну, начинают, как говорят, примазываться к их славе, к их проблемам, к их трудностям в работе. Хорошо, когда помогают. Вы знаете, я в общем-то, сам настроен всегда позитивно. Я вижу, сколько сделали волонтеры, сколько помогли неравнодушные люди, сколько СМИ помогли медицинским работникам в разрешении их проблем. Постоянно освещаются эти проблемы. И многое уже сегодня государством, местным самоуправлением. Сегодня разрешаются эти проблемы. Уже их мало осталось. Остались, но мало. Значит, поэтому я считаю, что использовать вот такую ситуацию в своих, я повторюсь, узкопартийных целях недопустимо. Это я говорю мягко. Наступне запитання теж так чи інакше стосується політичних сил. Дивіться, маємо другий етап реформи медичної. Багато нарікань, хтось каже, ну це зрада, хтось навпаки в цьому бачить, ну, певний крок вперед. Ви людина, яка більше 50 років, наскільки так показує Вікіпедія, в сфері медицини працюєте. На ваш погляд, що зараз відбувається? Можна з положительного. Скільки було складностей по преодоленню предвзятого общественного мнения людей, і людей, значить, от к першому етапу медреформи. Мені прийшлося об'їхати практично всі села
нашей области. Я обсуждал с людьми, уговаривал, разъяснял, спорили. Что-то было очень много правильного. Мы брали это на учет, исправляли. Я вспоминаю Павлоград, город Днепропетровск. А потом проводили конференции с широким привлечением общественных организаций, людей неравнодушных. И разрешали вопросы все к обоюдному удовольствию. И сегодня, смотрите, в первичном звене для людей что вот сделано? Поликлиники отделились, стали самостоятельными. Они обладают транспортом, они обладают оборудованием, тем, которое по табелям предназначено. Они выполняют гарантии государства на обследование в первичном уровне. Там по 6 видам исследования, и общие, и биохимические, и другие. И самое главное, знаете, по-другому не скажешь, раскрепостили людей, сняли крепостное право. Вот он был закреплен за плохой поликлиникой, через дорогу была хорошая. И он был привязан к своей прописке. И он не имел уже туда права пойти. Просто его не обязаны были принимать и не должны были принимать. Значит, сегодня сам пациент выбирает врача, выбирает лечебное учреждение, заключает с ними договор. Он может изменить свое решение. Он становится хозяином. Он знает, что вот в этой ситуации за ним идут деньги, что заинтересованы теперь в этом больном, начиная от врача, медсестры и заканчивая главным врачом, он тоже заинтересован. Это вот та положительная сторона. Я могу привести, и мы только сегодня получили результаты голосования на номинацию социальной значимости медицины на примере Кам'янського центру первинної медико-санітарної допомоги, яку возглавляє Задоя Сергій Борисович. 160 тысяч населения обслуживает, 17 амбулаторий, все отремонтированы. Он только в этом году 2,5 миллиона потратил на, я официальные цифры называю, на ремонт, 2 с лишним миллиона потратил на приобретение оборудования. То есть это крепкий менеджер-хозяйственник в первую очередь. И самое главное, у него есть силы и средства. Он сегодня наблюдал за 500 лицами, находящимися в обсервации, это приехавшие. Он выявил около 50 ковидов. Он лечит амбулаторно пневмонии, контролируя, чтобы это не перешло в ковид и так далее. То есть он на самом острие сегодня социально значимых проблем и прекрасно с ними справляется. Я могу назвать таких десятки. На примере Кривого Рога, Днепропетровска, других регионов, Павлограда. Ну, а что произошло со вторым этапом? Знаете, вначале заложили достаточное количество денег для того, чтобы провести, ну, с моей точки зрения, эту реформу. Но потом сняли один раз, потом вернулись, но уже не додали. А потом коронавирус сняли. Реформу нужно проводить, да и вообще на медицину, меньше 5% валового национального сбора выделять нельзя. Иначе она будет в том виде, в котором безобразным, который мы, к сожалению, иногда сталкиваемся в стационарах. И когда нет... Шумаем вот такую экологию. Да, нет возможности на оборудование, нет возможности на медикаменты достаточно и все прочее. Поэтому, конечно же, сегодня начинать эту реформу без денег – это заведомо провал. И можно судить всех. Виноваты попередники, та же Супрун, виноваты сегодняшние будут... Значит, те два министра, которые не поработали 2 месяца, ушли. Денег нет. Дайте необходимое количество денег. Добре. Пропоную повернутися до тієї робочої групи, яку ви очолюєте при облдержадміністрації та обласній раді. Які загальні функції, ну, окрім, скажімо, контролю за пандемією і таке? Ну, ми, така група створилася вже в ході пандемії, но ми столкнулися з тим, що необхідно було провести анализ и получить необходимую информацию. На основе этого мы просмотрели все планы обеспечения населения и медицины всем необходимым, и карантинные мероприятия, и защитные одежды, медикаменты, оборудование, оснащение. В общем, все это на основе этого было спланировано. И, кроме того, необходимо было справедливое распределение. У нас 15 человек в группе. Все участвовали в проверке
правильности распределения. На мой взгляд, с тех пор скандалов просто между территориями области не было. Ну и других у нас очень много планов, которые мы сегодня осуществляем. Дивіться, ну, медична галузь достатньо складна. Наскільки чують на горі? Я не кажу зараз Київ, я кажу зараз, ну, скажімо так, очільники регіону. Ну, всі повернулися. Обласна рада виділила вместе с областной администрацией достаточное количество денег на приобретение оборудования, оснащения. Посмотрите, город выделил 98 миллионов. Вначале только 100 миллионов выделило правительство, а потом миллиарды выделяли на подолание эпидемии COVID-19 и так далее. На мой взгляд, а сколько волонтеры сделали, сколько сами медработники, не считаясь ни со здоровьем, ни с опасностью, ни с временем, находятся в зоне заражения. Если взять больницу Мечникова, так там люди на период работы с пациентами, они не уходили домой, они оставались ночевать в отдельно выделенном помещении. Так что общество прониклось бедой и слышит медиков, и понимает, что сегодня с этой проблемой бежать за рубеж некуда. Нужно, не дай Бог, что-то такое лечиться здесь, с нашими врачами, в наших лечебных учреждениях. Ну и, мабуть, останнє не стільки запитання, скільки побажання від вас. Маємо в червні велике свято, не лише День журналістів, до якого вже відсвяткували, але слідом йдуть і медпрацівники. Спасибо вам за этот вопрос. Тому від вас побажання усім, хто зараз працює і лікує, і врятовує життя. Спасибо за этот вопрос. Я действительно много лет проработал и начинал работать травматологом, в том числе ургентным, нейрохирургом, в том числе ургентным, в Кривбасе, в заводе, медсанчасти завода «Криворосталь», где круглые сутки везли травмированных. И хочу сказать, что работа наша круглосуточная, круглогодичная. И задействовано больше всего женщин. Несмотря на эти сложности и трудности, они являются лицом медицины. Они красивые, они прилежные, они гуманные и милосердные. Всегда отмечают эти пациенты, когда за ними в тяжелые минуты жизни их ухаживают медицинские работники. Конечно, я пожелал бы самим медицинским работникам выстоять против тех вызовов, которые сегодня придавила нам природа, и пожелать, может быть, маленькое отклонение, если позволите. Пожалуйста. Не просто здоровье, а конкретно. Каждый человек должен крепить свой иммунитет. Потому что посмотрели, кого больше всего поражает. Вот люди с менее выраженным иммунитетом. Та же летучая мышь, оказывается, у нее в 40 раз выше иммунитет, чем у ее полевой сородича, полевой мыши. И когда посмотрели на 1000 человек, живущих на планете свыше 100 лет, то казалось, что у них в 2-3 раза выше иммунитет, чем у обычного человека. А как он формирует? Солнце, воздух, вода, здоровый образ жизни, закаливание, фрукты, овощи и так далее. Это, наверное, все знают. Поэтому хотел бы всем пожелать здоровья, высокого показателя иммунитета и счастья, благополучия в каждой семье. Дякую, Володимире Олексійовичу, що знайшли змогу, завітали до нас. І з прийдешнім святом вас, спасибо, від усіх співробітників 9 каналу. З якими ми дружимо многі роки. Дякую. Спасибо. Дякую за розмову. Володимир Павлов, професор, доктор медичних наук, був у нашій студії. Я ж з вами прощаюся. Пильнуйте себе і хай щастить.